Спайдюша, а что с нашей одеждой? А, Паучуша, слушай сюда. В общем, это такое секретное место супергероев, и здесь наши суперкостюмы, они пропадают, и мы становимся обычными людьми. Вот. Да? Да. Ой, так мило. Да. Слушай, у тебя такой классный нарядик. Боже, ты такая вот просто няшечка, такая милая. Спасибо. Да, такие ушки, такие чулочки, кошечки. Боже мой. Мр. Да. Ладно, пойдем сюда. В общем, вот это типа наше будет с тобой логово. Здесь мы будем Да? жить. А Да. здесь чё? А Ой, здесь... какие-то штучки. Хочешь, покажу? Нет, не надо, закрой, Почему? Паучуша, Ну, закрой. смотри, это что? Это что? Это, да, не важно, что это. Ну, Давай я... скажи, ну Ну... что это? Да давай я тебе потом расскажу, что это. Тыщ. Так, давай-ка мы уберем-ка в этот сундучок. Сюда, кстати, тоже не смотри. Почему? Ну... Ой, тут такие цацки, а можно взять? Нельзя. Почему? Тебе жалко? Ну, Ну ладно, ну пожалуйста. ладно, ладно, бери. Как можно... Спасибо. Да, как можно такой милоте отказать? Боже, такие чулочки, Да. такие ушки, такие глазки зелененькие. Угу. Как два изумруда таких. Ладно, Бах. вах. Ладно, идем сюда, я тебе давай покажу. В общем, здесь будет типа кухня, вот. Угу. Вот, ты как готовить любишь? Да. Да? Ну ладно, как-то ты не уверенно сказала, может быть ты меня обманываешь? Нет. Ну ладно, все. Короче, идем вот сюда. Я сейчас еще покажу. Ты где там? Вот, давай, Тут. не отставай. Ой, это что за коврик такой? А, это, короче. Бу, медведь. Да, это Мишка. А, он, это такой трофей достался. Мы его с пацанами, да, с супергероями убили в лесу. А здесь что? Книжечки. Книжечки, прикольно. Да. Ты сможешь читать и не помрешь со скуки. Ты как любишь читать? Да. Че читала? Много что. Так, а вот здесь, смотри, здесь ты можешь делать свои делишки. В общем, вот. Фи, не Фи. будем об этом. Ладно, хорошо, все, я закрыл. Так, что тебе еще можно показать-то? А где у тебя балкон? А, балкон, пойдем за мной. Пошли, пошли. А ты где? Иду. Паучуша. Или как тебя там? Да, Да. Паучуша, иди-ка сюда. В общем, вот здесь у меня такой большой-большой балкон. Вот. Да, Да. мясо. Ты любишь мяско? Мяско. Да. В общем, здесь есть мяско, здесь, значит, А оно не батончик. протухшее? Да, нет, ты что? Как наши макароны на балконе, да? Да. Когда ты их выкинешь, кстати? Ну, я сейчас при тебе выкину. Иди сюда. Так, иди-ка, Я иди. надеюсь, а то они лежат, воняют. Вот наши макароны, все, я вот их выбрасываю прям с балкона, все. А с реального балкона ты их когда выбросишь? Ну, в общем, скоро тоже. Я надеюсь, а Да. то нам кастрюля нужна, в общем. Ладно, иди сюда. Так. Иду. Так, иди-ка сюда. В общем, Иду, слушай, я иду. знаю, что тебе предлагаю, а давай мутить вообще. Мутить? Да. Ну да, ты такой милый. Ну Ты да, я тоже. согласна. Ты тоже такая прям красивая, такая няшечка, стесняшечка, прям. Боже мой. Угу. Ну Ладно. тогда мы мутим. Да, будет такая просто классная Котя жить со мной, это же вообще классно. Да. Слушай, уже вечереет, не хочешь это, там, поспать, там, все дела, там? Уже поспать? Ну, не, ну просто Ну, поспать-то. можно. Ну, давай, ложись тогда. Ага, Ну-ка. ложусь. Давай, поудобней. Давай, ложись, паучиха. Ложусь. Да, ты приставать будешь? Ну, может быть. Ну все, давай ложимся, значит. Давай уже ложись, ну. Да. Иди-ка сюда. Так. Паучиха, ты куда там? Иди Я сюда. Да. никуда, но я тут вот это посмотреть кое-что хочу. А что ты там куда полезла? Ну-ка, иди-ка сюда. А кто-то тебе пишет, это кто вообще? В смысле? А что там такое? Подожди, а зачем ты мой телефон взяла? А в смысле твой телефон? Я вообще-то твоя девушка. Ну, блин, а что там такое? Ничего-то я не понял. А кто тебе пишет? Тут какая-то Карина пишет. Карина? А, ну это подруга, ну как подруга, друг? Какая-то Алиса пишет, твоя бывшая, которая тебя бросила. Ну, Зачем ты с ней общаешься? не знаю, Она тебя бросила. а кто еще пишет?
Ну, много девочек всяких пишет, А все. это тоже репортерши? Подожди, это... Ты мне врешь. Нет, я тебе не вру. Да, ты мне врешь. Да с чего ты взяла это? Ты не так поняла Тебе ситуацию. нужен этот телевизор? Мне? Да, эй! Больше нет. Ты что, обалдела? А стул тебе нужен? Нет, а компьютер тебе тем более не нужен. Чтоб ты не общался больше ни с кем. Ты что творишь? Хватит! Ты... Эй, ну-ка, остановись! Не Ах хочу. Ты, блин, ты все изменщик. Не... Ты все неправильно. Ты плохой. Ты неправильно все поняла. Хватит все ломать. Стой. Ты меня не любишь. Нет, я люблю тебя. Стой, хватит. Все, не хочу тебя слушать. Подожди, стой. Подожди, давай поговорим, остановись. Нет, ты меня обманывал. Подожди. И печеньки твои тоже. Все разобью. А вот печеньки это было святое. Подожди, дай сюда, не вырывайся. Иди и сюда. И мясу хана. Всем хана, все. Стой, подожди, да ты все неправильно поняла, паучиха, ты что, мы же супергерои, мы не должны ссориться. Всегда я все неправильно понимаю. Да. Вообще, никто меня не любит. Все меня засирают, что я такая плохая. А я всегда старалась. А вы все, ненавижу вас всех. Все. Кто? Да подожди, все тебя любят. Вот нет. Реально, да, вот смотрите, друзья, давайте вот сейчас поставим лайк, чтобы... Паучихе стало хорошо. Смотрите, она какая няшечка, ей вообще плохо. Я хочу покончить с собой. Нет, стой. Не хочу жить на этом свете, он сильно жестокий. Подожди, да нет, да сейчас мы все исправим. Сейчас вот лайк поставят, друзья, и будет все круто. Давайте, друзья, смотрите, человеку плохо, надо лайк поставить. Не хочу больше ничего. Стой. Подожди, давай поговорим, и все. Окей, слушай. О чем? Меня? О вот. Чем с тобой еще разговаривать? Ты изменщик. Нет, а ты все неправильно поняла. Тут не было никого, ты лишь прочитала телефон. И медведь тебе тоже больше не нужен. Нет, не трогай медведя, он мне был как брат. И второго тоже не будет. И третьего не будет. Ты просто, ты монстр, ты все разрушаешь. И люстры тебе тоже не нужно. И этот телек тоже. Ты все разрушаешь, ты все неправильно поняла. Ты становишься злым супергероем. Не хочу больше быть супергероем. Зачем защищать тех, кто тебя не любит? Все тебя любят. Ты все Никто не... меня не любит. Нет, все тебя любят. Подожди, подожди, Нет. паучиха. Ну, паучиха, стой. Хочу. Миленький, маленький паучок. Ну, подожди, послушай меня. Ладно, слушай. Так-то лучше. Подожди, ну, вот замри. Да, я посмотрю в твои глаза и все объясню. Подожди. Ну подожди, стой. Послушай меня внимательно. Как такая няшечка с такими зелеными глазками и изумрудами может говорить такие ужасные вещи? Ведь ты же добрая. Я добрая, но меня все обижают. Нет, это неправда. Они явно не со зла, они просто не так что-то поняли. Не знаю, мне кажется, я им просто совсем не нравлюсь. И тебе тоже, если у тебя есть другая. Нет, ты неправильно поняла. Это не то, о чем ты подумала. Это просто люди. Не хочу, все. Нет, с стой. Меня довольна. Стой, Нет. стой, подожди, вернись, стой. Не пойду. Нет, паучок, иди сюда. Раз, окошечко. Стой, нет, ты хочешь Два покончить окошечко. Жизнь самоубийством? Три окошечка. Что ты делаешь? Подожди, вернись. Там опасно, ты можешь поскользнуться и упасть. Угу. Стой, не надо. Почему? Потому что все тебя Меня любят. Же все прогоняют всегда. Нет, никто тебя не прогоняет. Прогоняют. Кто? Все, никто не хочет меня видеть. Нет. И ты тоже не хочешь меня видеть. Все хотят тебя видеть. И давайте, друзья, давайте докажем, что мы все хотим ее видеть. Давайте напишем хэштег «Живи». Вот если, смотри, давай вот так. Подожди, не плачь. Друзья, давайте наберем 10, не знаю, тысяч хэштегов «Живи», и тогда вот она не будет прыгать. Ведь ты тогда не прыгнешь? Ой, дождь пошел. Вернись обратно. И я пошла, я тоже Нет, пошла. Нет, стой. Подожди, не надо этого делать. Не могу, я должна. Почему ты я должна? Я должна всех избавить от себя. Нет, ты короче, Понимаешь? Друзья... Понимаешь? Нет, я не понимаю. В общем, друзья, давайте наберем лайк. Лайк ставьте и пишите комментарий «Живи», и тогда она не будет прыгать. Ведь ты тогда не прыгнешь? Не знаю. В общем, давайте, друзья, наберем 10 тысяч лайков и 10 тысяч комментов. Стой, вернись.
Я прыгаю. Нет, подожди, если набирает 10 тысяч лайков и 10 тысяч комментов, тогда ты останешься в живых, хорошо? Я читаю каждый комментарий, который меня не любит. Мне так обидно. Не хочу больше жить. Все, давайте. Друзья, если... Вот, друзья, если наберут, ты останешься в живых? Ну да. Все, давайте, друзья. Все надежды на вас. 10 тысяч комментариев и 10 тысяч лайков. Все. Давайте. Всем пока. Пока.